Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим несколько задач на вписанный угол. Значит, мы с вами знаем теорему о том, что вписанный угол равен половине дуги, на которую он опирается. Итак, предположим, на первой задаче у нас с вами дуга AB равна 20. Нам нужно найти вписанный угол АСБ. Как найти этот угол? Раз он равен половине дуги, на которую он опирается, то мы 20 делим на 2, получаем 10. То есть вписанный угол АСБ равен 10 градусам. Обратная задача. Итак, предположим, что наш угол равен 50 градусов. Возьмем тоже АСБ. Надо найти дугу, величину дуги АБ. Поскольку вписанный угол равен половине дуги, на которую он опирается, то мы с вами можем сказать, чтобы найти дугу, надо 50 градусов умножить на 2, и получится 100 градусов. То есть дуга АБ, величина этой дуги 100 градусов. И последняя задача. Значит, давайте мы с вами попробуем найти центральный угол. Значит, если у нас с вами есть вписанный угол, и пусть вписанный угол будет 40 градусов, обозначим тоже А, С, Б. А центральный угол, А, Б. Итак, сначала мы с вами найдем дугу А, Б. Дуга в два раза больше вписанного угла, опирающегося на нее. То есть 40 градусов умножить на 2. Получаем, что величина дуги будет у нас с вами 80 градусов. Итак, дуга 80 градусов. А центральный угол равен дуге, на которую он опирается. Итак, центральный угол АОБ тоже равен 80 градусов. Спасибо за внимание.